Сегодня педиатр Денис Давыдов, сам пациент, в назначенное время спешит на прием к терапевту. На руках готовые анализы на антитела к COVID-19. Без их результатов прививку не сделают. Ну, сначала мы прошли тестирование, антитела, мазки сдали. Когда они все отрицательные, антитела нет. Соответственно, вы допускаетесь до прививки абсолютно здоровым. Прививку от коронавируса делать не страшно, говорит Денис Давыдов. Страшно заболеть самому и заразить других. Среди его пациентов как больные малыши, так и новорожденные. В арсенале защитных средств детского доктора стандартный набор. Маски, перчатки, антисептик. Готовиться к прививке заранее не нужно. Главное условие – антител к коронавирусу у пациента быть не должно. Есть еще возрастные ограничения. Тем, кто младше 18 и старше 60 лет, терапевт добро на вакцинацию не даст. Абсолютно не больно, как комарик укусил, медсестра-волшебница, так что не переживайте. Вот, абсолютно все безопасно, стерильно. Спасибо вам большое. Теперь защищать педиатра от коронавируса будет вакцина «Спутник Ви». Для Одинцовской областной больницы закупили порядка 240 доз. В ближайшее время поступит еще 300. Условия хранения сложные, поэтому прививку можно сделать только в медицинском учреждении. Не менее минус 18 градусов. Все в замороженном виде. Мы их вытаскиваем, когда уже человек подошел на вакцинацию, мы идентифицируем его и сразу же вытаскиваем. Там разморожение идет от 5 до 7 минут. Закупленного количества вакцин хватит не только на медработников. У большинства из них уже есть антитела. Но и на сотрудников образовательных учреждений, полиции, МФЦ, сферы ЖКХ. Никаких очередей. Прием пациентов строго по предварительной записи. Вакцинация, как правило, переносится нормально. В единичных случаях отмечались незначительные проявления в виде поствакцинальных реакций, которые проходили в первые же сутки и не требовали лечения. То есть, ну, возможно, какое-то недомогание, слабость. Но самое главное, что все это проходит буквально за одну ночь. Сегодня мы вам делаем прививочку от ковида. Первый компонент. Через 21 день придется второй компонент. Пятидозовая вакцина от коронавируса рассчитана, соответственно, на 5 человек. Хранится после разморозки в течение 2 часов. Поэтому пациенты идут один за одним. Следующая – Юлия Дегтярева, тоже педиатр. Если есть возможность защититься, тем более от тяжелого течения, то я всегда за. Я вакцинирована от гриппа, от пневмокока, поэтому сразу решила и от ковида тоже. Прививка сделана, но забыть про маски, перчатки и антисептики все равно не получится. Антитела к коронавирусу должны появиться только после введения второго компонента вакцины через 21 день. Да и после успешной вакцинации все равно лучше поберечь себя. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».